оценки Минской роли даны были уже давно лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы Отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен, на нем объявлено еще вчера представителям Кремля.